Это точно. Железно. Шедевр! Так, мне нужно срочно с кем-то поделиться. Кагура, стой. Я написал произведение искусства. Гажу, очередная твоя песня. Это не просто песня. И сейчас ты в этом убедишься. Как-то вечером у дуба вековом лесу шубидуба. Этот день настал. Я поведаю милой Эльзе о своих чувствах. Ну как же лучше сказать? Ой, Жерар, извини, ты долго ждал? Эльза, нет, я и сам только прибежал. Вау, это боевой костюм? Да, я надела его. Снова. Для меня ты в любой одежде выглядишь прекрасно. Знаешь, я давно хотел тебе сказать. Я люблю... Сейра, подожди, Жерар. И что же понадобилось демону в таком месте? Уж точно не ты, Эльза. Так что замри и постой тихо, уж будь добра. Жерар, милый, зачем тебе эта неотесанная мужланка? Я ведь намного привлекательнее. Как это низко, Сейра! Жерар, не слушай ее! Не позволяй ей себя охмурить! Соберись, тряпка! А ну молчать! Мы с тобой похожи, Жерар. Пойдем со мной. Ты больше не будешь одинок. Теперь он будет только моим. А ты сгинешь. Эльза, нет! Все успокойтесь. Возможно, мы можем все исправить. Ну и как это исправить? Я все еще чувствую магию Эльзы. Сейчас попробую найти ее через мой шар. Покажи мне воинственную деву, коей я так восхищаюсь. Шар! Покажи мне Эльзу. Эльза жива! Нужно найти ее. Слышите? Кто-то кричит. Меня засосало в какой-то портал, и я оказался у гигантского дуба. Девочки, встаньте за меня. Стойте! Я вам не враг. Я добрый чародей Аста. Я здесь, чтобы помочь попавшим в беду магам. А на большой меч в крови не обращайте внимания. Может, Эльза тоже угодила в портал? И она с этим, маньяком, поменялась местами. Что ж, найдем Жерара. Я попробую поискать место, где его держит Сейра. Похоже, это то место. Как нам туда попасть? Предоставьте это мне, звездного духа, откройтесь врата. Плю! Плю, веди нас! Где я? Это подземелье? Аста, ты где? Может, не стоило ему идти в ту странную конструкцию? Мне больше интересно, как он влез туда, со своим мечом. Кстати, я себе новый гримуар заказал с Аликой. Продавец также прислал эту замечательную сковородку в подарок. Клаус, Юна, быстрее сюда. Здесь девушка. Кто вы такие? Где Жерар? Я Эльза, и вам лучше отвезти меня к моим друзьям. И быстрее. Не горячитесь, мы поможем вам найти их. Ребят, к нам кто-то приближается. О нет, магия здесь не работает. Эй, я могу сражаться. Есть ли у кого-нибудь оружие? Клаус, дай ей свою сковородку. Быстрее. Ты серьезно? Пять звезд этому продавцу. Ах, кажется, проблема хороших подручных не решится никогда. Тебе не...
не победить. По сюжету добро всегда побеждает. Милый Жерар, вот это сюжет. К замку кто-то приближается. Закрыть ворота. Но там красавчик Грей. Открыть ворота. Но он пришел не один. Закрыть ворота. Но там такой миленький-маленький звездный дух. Открыть ворота, но чуть-чуть. Ледяная пика! Ребят, осторожно! Ее магия может управлять людьми! Молчать! Откройте уже эту дверь! Я задыхаюсь. Идти тем же путем, что и Аст, было плохой идеей. Сейра, далеко идти не придется. Тебе конец. Мы все умрем. Бежим! Эй! Ну тогда я справлюсь сама. Все остолбенейте. А ты в очках. Иди сюда и встань на четвереньки. Ну что ж, а теперь, когда мы все уладили, Жерар, пришло время убить Эльзу. Жерар, не делай этого! О, я тут вспомнил. Я ведь могу разрушить магию своим мечом. А! Что ты наделал? Зато теперь он расколдован. Ой, дурак. Не знаю, какой этого меча радиус, но это сработало. Ну, конечно, сработало. А теперь... А! Помогите! Я сдаюсь! А! А ну стой! Я, конечно, рассчитывала на крутой махач. Ну и так сойдет. А ты весьма неплох, мальчишка. У тебя взгляд воина. Я могла бы научить тебя паре приемов. Эльза, любовь моя, стой! И так каждый раз. Жаль, я так и не опробовал новый гримуар. Я думаю, у тебя еще будет шанс. Гажел, это было удивительно! Так-то да, но у меня же есть еще песни. Ну вот, например. Мы делаем все в последний день.